я практически, я не знаю, там, с первого-второго класса я уже что-то выдумывал, конструировал. Через хлеб, традицию, я пришел к информации про моих предков. Они тоже были очень неразрывно связаны с этим делом. Я начал рисовать, когда я стал заниматься граффити. Это было более такое субкультурное увлечение. Нижний Новгород входит в ржаной пояс России. Ну, какие-то народы, у них культуры хлеба вообще нету. И они спокойно живут там до старости. То есть их генам крови не надо, не нужен хлеб. А нашим нужен именно ржаной. Сейчас мы находимся в мастерской «Тихая». Она названа в честь того, что раньше эта улица называлась Тихоновская, а не Ульянова, потому что на ней находилась Тихоновская церковь и первый детский приют. Часы времен Ивана Петровича Кулибина. Я так вот вдруг его, этих часов касалась его рука. Но это крайне маловероятно, процент один из тысячи, но я верю в это.